Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Самый богатый вятско-полянский депутат заработал в 7 раз больше губернатора. 22 миллиона рублей задекларировал за 2020 год предприниматель Евгений Бушуев. Как пишет источник онлайн, он соучредитель агропромышленной компании «Союз», которая занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока. Кроме 22 миллионов доходов, у него есть катер «Ямарин» и два мотоцикла «Триумф» у «Хонда». Для сравнения, кировский губернатор задекларировал доход в 3 миллиона 180 тысяч рублей. А до коллеги из Лузы Игоря Бортниченко Бушуеву далеко, тот задекларировал доход 85 миллионов. Программа «Экономика». Кирове ликвидирует скандально известный МУП «Кристалл». Предприятие, которое оказывает услуги прачечной и химчистки, вместо миллиона прибыли в прошлом году получило 5 миллионов убытков, а план по доходам выполнило на 40%. Поэтому городские власти собираются ликвидировать убыточную компанию, а ее имущество продать. По некоторым данным, интересанты есть. Вопрос будет вынесен на заседание Гордумы на следующей неделе. 2 года назад на руководительницу «Кристалла» завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Женщина, как было установлено в суде, бесплатно предоставляла имущество прачечной своей дочери, которая, как ИП, оказывала подобные услуги. Экономика. На бывшего главу района Кировской области завели дело за растрату. Экс-чиновника из Унинского района подозревают в том, что 2 года назад он забрал себе деньги от продажи металлолома, ранее списанного муниципального имущества. Сумма почти 400 тысяч рублей. По данным Кировского следственного управления, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается. Экономика на 101 FM. ВТПП отметила бизнес-событие марта. Им стал запуск производства субстанции для антибиотиков на заводе «Восток» промплощадки компании «Кибих». Там восстановили утраченные технологии производства и уже отгрузили первую партию. Субстанцию можно использовать для выпуска препаратов для лечения широкого спектра заболеваний. В народном голосовании, которое проводит партнер премии издания «Бизнес-новости», событие марта признано созданием холдингом «Доронич» и цифровой аудитории в Вятском аграрном университете. Заявки на апрельскую премию можно оставлять на сайте business-события.рф. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 76 рублей 2 копейки, евро 91,75. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.